Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Пикачу и Фокси31. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника», карту у нас FNAF 1. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У нас есть энергия, которую можно посадить, закрывая калитки. Давайте проверим. Нет, энергия не садится. Или садится? Надо свет выключить в пиццерии. А, свет. А вы пойдете выключите. Не-не-не-не-не. Не? А чё? Кто-нибудь из вас. Сыкаете? Ну, давай, я пойду. Только вы не убивайте меня просто так, хорошо? Я же наполовину добрый. Как всегда, настроение классное. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Потому что ролики выходят у нас каждый день. Играю с подписчиками. И заходите в наш Дискорд. Все, кто хочет, может с нами записывать. Ну, обычно постоянно есть, но кто хочет, новенькие тоже заходят. Так, играет конченная музыка, которую я знаю с детства. Теперь у нас будет садиться энергия? Давайте проверим. По идее, должна быть. Она медленно должна уходить. Садится. Так даже не медленно, а как-то очень быстро даже уходит. Так, разрешается брать с любого пака, чтобы было интересно. И какие-то прикольные звуки они издавали. Выключим фонарик, потому что здесь очень светло даже. Очень. Так, ходим. Вы слышите эти звуки, нет? А вот там кто-то ерзает курткой. Тишина. Лампочка там искрит. А, мы же можем камеры клацать, точно. Так, надо что-то взять, чтобы я видел прицел, во. Так, надо встать, да, правильно еще. Главный зал, давайте будем так смотреть. Так, я вижу, там идет Фредди. Так, давайте свет еще поставим. Мне кажется, будет интереснее со светом. Кто там, темно? Свои. Я пришел, ушел. Во, теперь вообще четко. Ну-ну. Так, пошел, идет. Он идет к нам. Я вижу, приближается. Мы успеем двери закрыть, потому что он очень медленный. Подожди, а где он? Идет. Закрываем двери. Я слышу, он ходит за дверью. Кстати, очень напряженный момент. На карте такие звуки грома, и значит на улице идет дождь. Че ты там стоишь? Замер. Как статуя, никого нету. Ну надо же закрывать, наверное, уже, да? Меня нету тут. Как это тебя нету здесь? Мы тебя видим. Ты зря закрыл дверь. Я слышу, они там топчутся. Я когда в углу стою, я не могу нападать, только возле двери же. Я тоже, кстати. Стоит, я вижу. Откуда? Блин, как точно, как по РПшке, молодец, красава. Это тоже стоит тут, челюстью шевелит. Мы должны успеть. Оп. Есть. Так, ждем. Он ушел? Так, музычка заиграла. Моя любимая. А, они вдвоем ушли. Во, на сцене, вижу, стоит. Аниматроника выбирает. Это, знаете, за кадром. Ой. Они каких-то жестких аниматроников берут. Так, там кто-то уже начал двигаться. Отвали, я успел. О, стучит рукой. Знаем такую анимацию, очень прикольно. И этот... Эй, голова, ты кто такой? Если он... что, я вот двери можешь открывать. Ой, я вот двери. Так, никого не... А, он стоит. Черноглазый, это у него другой режим такой. Так. Испугался? Обосрался. Мы смотрим сцену, как ты выбираешь другого аниматроника. Так, он взял Фокси. А Фокси, он очень быстро, он побежал уже. Если я появлюсь в офисе, вам либо надо отвернуться, либо открыть сек. Мы другой вариант выбрали. Эх, отваливай. Исчез. Отлично. Никого? О, слышишь, что попрыгунчик? Это прикольный аниматроник.
Я стыд, давайте камеры поклацаем. Так, я вижу, я вижу. Фокси бежит, прощай. А, не, не прощай. Прощай. А, не, не прощай. Я даже не знаю, что делать. Бегай. Так, убежал. Ты можешь спасти своего друга. Обстоятельства. Есть, успели, красавчики. Слышишь? Песенки поет. Так, давайте еще камеры поклацаем. Так, что-то камеры не клацаются. Заели кнопки. Надо как-то вот так вот подходить, да, или дальше. Так. Во, это очень страшный режим он включил. Во-во-во, вот так видно. Прискакал. Да? Да-да. А ты ничего не можешь сделать. Ты просто как дурачок тут прыгаешь. Я стекло сейчас все разобью. Вот так вот. Димас. Да. Обернись. О! Ты чё, а что ты сделаешь? Танцуешь или ты стекло царапаешь? Стекло царапаю. Ай, ну вот ты танцуешь как будто. Стриптиз какой-то. Не-не-не. О! Это фиолетовый Фредди так делает. Так, они там бегают, веселя. О! Зовет нас, чтобы мы вышли. Не ведись, не ведись. Сейчас добавим немножко жесть. Так. Ради, пошел вон. Будет немножко страшно. Да мы не боимся, у нас просто электричество кончается уже. Опа. Кончится. Я смотрю на Чику. Так, она просто стоит. Ты что, офигел мое оборудование? А ну иди. Ой, не ту кнопку нажал, говно. Понимаю. Так, что он там делает? Просто стоит? Закрывай, это додик бежит. А я бегу по пиццерии пешком. Так, 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 они ищут меня. А я тут побегаю и убегаю назад. Эй, отвали! Что за конченый звук ты издаешь? Эй-эй-эй, хватит! Заходи, закрывай! Есть! Я прогулялся по пиццерии. Зря вы сюда пришли. Обход делаем. Вот говно, оно не ломается здесь. Эй, кто там на сигнализации приехал? О, я знаю, она там сидит внутри, вылазь! А ты не можешь убивать, ты просто как дура... Ой, я застрял! А, дверь убийца у нас. Кто следующий? Заходи, мы тебя придавим. Окей, хорошо, давай. Так. И я пошел отсюда. Мы тебя сейчас это, монтировка по башке дадим. А вот этого не... А я иду. Куда ты идешь? О, стой, может у нас неуязвимость включена? А ну стопэ, давайте посмотрим. Так, неуязвимость выключена. На всякий случай проверил, вдруг вы захотите нас убить когда-то. Боками мы хорошо справляемся. Ого, у тебя сколько жизни. Знаете, как всегда мечтал сделать? Вот так вот. Постерача сделать аниматронику. Пошел отсюда, щенок. О, по животу. По животу стои. Давай, иди сюда. Эй, а ты что тут делаешь? Всех троих убил. Ты вообще какой-то очень злой. Жесткий. О, там песня Happy Birthday пошла у нас уже. Давайте, чтобы мы видели всю сцену. Я слышу, идет какой-то чилипиздрик. А я иду. Шагаю возле окна. Хочу убить охранника. Но не могу достать. Ой, привет. А это что залипает? Ушел. Ой, привет, живот. Так, пацаны, я ж могу на В пролететь, да, и оказаться в подвале случайно. Вообще, прям случайно. Да. Так, чё она не открывается? Чё за дверь крепкая у вас тут? Кто её делал? Ой. А чё я не могу ходить? Во. Ещё разок. Крепкая дверь.
Чего она не открывает? Я не понял, какое в этом дело? Да оно не открывается. А ты в курсе, что для нее нужен был ключ, который лежит у вас в офисе? Да. На тебе бомбу. Ой-ой-ой, все, я пошел до сюда. Она так не сдетонирует, ее надо активировать. А дашь, чем ее можно активировать? Обычной гранатой. В принципе, логично. Ой. Все, офис захватил. Ой, активировалась бомба, прощайте. А, не взорвал. Что такое? Просрала, что ли? На еще. Это было больно. Че, только одна взорвалась? А вы живые? Я в офис там немножко подвез бомб. Кому надо, берите. Ого. Я весь этот коридор завалил бомбами. Нормально? И еще. Ой, лагает. Давайте удалим парочку штук. Вот так вот. И смотри, как мы сейчас ее активируем. Обычной гранатой. Да, а нет, это не оружие. Подожди, то ж не оружие, то NTT. Ты будешь активировать? Будет очень большой взрыв. Да. Прощайте. Нас могут убить. Okay. Не активировалась? Бум. Я помог. Нет, да очень сильно было. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рыба ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.